Герои нашего сюжета – семьи из состава Московской и Ленинской районных организаций БРСМ. Люди неравнодушные, которые хотят и могут помочь сделать наш город красивее и чище. Вооружившись необходимым инвентарем, взрослые дети быстро приступили к работе. Среди самых активных – семья Яковьюк. Мама Ольга, папа Роман и двухлетняя Полинка – все они включились в работу. И так справно, что сложилось впечатление, будто они профессионалы в этом деле. У нас частный дом, вот, поэтому ребенок пеленочек прям вот, ну, на своем участке. Она любит копаться, любит гребсти. Вот у нас там деревья, у нас орех, у нас, ну, много деревьев фруктовых. Поэтому, а сейчас вот осень, листья, скажи, свои грабельки. Папа большими гребет, дочка маленькими. Надо садить деревья, чтобы наша планета немножко жила, дышала. Без деревьев не будет кислорода. Поэтому это полезное дело, нужно этим заниматься всем и каждому. Ребенок растет, он уже начинает понимать, что это хорошо, поэтому надо наглядно показывать. Показать собственным примером бережное отношение к природе и научить детей полезному делу посадки деревьев решила семья Емельянович. Пока малышка-дочь только наблюдала за процессом, папа с сыном копали яму. Родители уверены, такой опыт пойдет на пользу их детям. Во-первых, это показать ребенку, как нужно за природой ухаживать, что нужно сажать деревья, чтобы сделать наш город красивым. Но, во-вторых, это очень хорошая будет даже традиция. Потом наши дети придут своих детей, и уже будет как бы наше собственное дерево семейное. То есть два в одном, и украсили город, показали ребенку, как это все делается, что он думал, что это семенами садится. Вот, и как бы наша традиция, будем приходить поливать наше дерево. Трудовой экологической акции способствовала погода, что добавляло хорошего настроения участникам, а их было немало, порядка 40 человек. Такое количество неравнодушных брещан позволило за короткие сроки украсить зеленую зону возле музея паровозов 18 новыми кленами, дубами и липами. К слову, места для высадки новых аллей семейных деревьев выбирают очень тщательно. У нас сегодня есть огромное взаимодействие с Брестским городским исполнительным комитетом, с отделом архитектуры, с которым мы взаимодействуем, и они нам говорят о том, где можно было бы посадить, где правильно посадить, где нужно, где не нужно. Поэтому места выбираются именно точечно, то есть не мы сами, места выбираются точечно, и дабы эта картина придавала какую-то значимость и красоту тому месту, где мы это делаем. Начиная с 2019 года, более 10 аллей семейных деревьев появилось в областном центре, а значит, легкие нашего города благодаря таким эко-акциям с каждым годом становятся только чище и больше.